गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्राह्मणस्पत आनाः शृण्वन् मूतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वार्यमान् शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्राह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्राह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु हवतु माम् हवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरन्थकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सर्वेषं स्वस्तिर्भवतु सर्वेषं शान्तिर्भवतु सर्वेषं पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत् पूर्णं भूदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं
Сарасватияй намахам. Аум намах Шивая. Аум намах Шивая. Аум намах Шивая. Харихи Ом. Демонстрацию видно? Хорошо. У нас будет тема, которая называется Нича Бханга или Нича Бханга Йога. Нича значит падение. Бханга значит разбивать. Ну, йога значит комбинация. Нича Бханга. На русский часто переводят как такое понятие отмена падения. Вот, на самом деле никаких отмен в джиотиш не происходит. Я это подчеркивал неоднократно, еще раз говорю, что нету факторов джиотиши, которые друг друга вот полноценно отменяют. Они все наслаиваются. И как бы с точки зрения судьбы это все именно так и нужно. Ну как бы если бы вопрос стоял в полной действительно отмене, теряет прочтение карты определенный смысл. А почему именно в этом знаке стоит планета? То есть, если она отменяется, да, ну там Марс там в раке падает, но вот у него какая-то отмена есть, например. Ну то есть с точки То есть все вот эти, я просто сразу хочу обратить на это внимание, все вот эти комбинации, которые мы будем рассматривать, и какие-либо еще, которые существуют по этой теме йоги, они все могут быть прочитаны буквально. То есть там есть определенный смысл. Марс не просто так падает в раке. Там есть определенная логика. И если Марс находится в раке, в карте рождения, значит, он не просто так там находится. Это имеет смысл какой-то. Это то, что я вначале обозначил как с точки зрения судьбы. Имеет смысл, что Марс должен в раке находиться. Но при этом существует Нича Бханга. То есть вот это падение может разбиваться, может быть разбито. И при тех или иных условиях, в тех или иных обстоятельствах, при том или ином сценарии, который будет самой этой комбинацией отмены падения показан. То есть за счет чего происходит эта отмена падения? За счет, там, например,
одна из отмен падений – это соединение падающей планеты с экзальтирующей планетой. Например, Марс падает в Раке, но Юпитер в Раке экзальтирует. Поэтому если Марс в Раке падает, но там стоит Юпитер, то падение Марса, оно как бы разбивается. Так оно за счет чего разбиваться тогда будет? За счет Юпитера и за счет показателей Юпитера, за счет Юпитера в Раке. И это буквально будет иметь такое в жизни выражение, что через эти караки, через показатели Юпитера, через энергию Юпитера будет происходить вот это отмена падения. Поэтому неверно воспринимать это, то есть люди, которые не понимают, что карта, она живая, что ее можно увидеть непосредственно и понять, что там происходит, они все эти вещи воспринимают формально и технически. Они думают, есть падение, значит плохо. Есть отмена падения, значит все, нет падения. То есть просто вот плюс-минус, просто математику какую-то делают. К нулю добавили плюс 2, вышли минус 3, добавили плюс 2. И вот они думают, что нужно произвести ряд таких вычислений и придешь к какому-то выводу. Вот, на самом деле, каждый этап этого сложения или вычитания, он имеет как бы смысл, реальное проявление, сценарий. То есть, если Марс падает в Раке, значит, будет ситуация, которая показывает Марс в Раке в жизни. Будут такие обстоятельства. Если Марс затем отменяется падением отменяется экзальтацией Юпитера, значит, следующим шагом что-то произойдет, что отменит падение Марса, допустим. Ну, там как бы очень много вариантов может быть в зависимости от карты. Что может показывать Юпитер с Марсом в Раке? Может показывать приобретение недвижимости, постройку недвижимости, может показывать как духовные... Ну, очевидно, сразу точно понятно, что если Марс падает в Раке, если он... Ну, то есть это сознание, понимаете, грахи – это же захватчики, и стоит Юпитер в Раке, и стоит Марс в Раке. Вот кто из них захватит сознание, то человек и будет переживать. Если его Марс захватывает, то он испытывает состояние падения, но поддержку Юпитера со стороны как бы от кого-то. А если он отождествляется с Юпитером, он, например, занимается религиозной деятельностью, духовной практикой, молится, вот во все эти моменты он как бы захвачен Юпитером, то тогда он переживает экзальтацию и свое там слабое вот это марсианское падение рядом. В общем, эта тема как бы не... Ну, не решается так на раз-два, это вы уже давно поняли, что все именно так, что нужно карту рассматривать нормально. А насильно это не сделать, поэтому здесь этот весь пассаж адресован, ну как бы говорится только для того, чтобы обозначить, что нету отмены падения, нету такого. Нету такого, что планета падает, а потом вот мы нашли отмену, и все, падения нету. Нет, есть и падение, и отмена есть, все есть. Просто нужно понимать, что она в конкретном примере, в конкретной карте означает. Каждый случай будет очень индивидуален.
Поэтому мы просто рассмотрим условия для того, чтобы вот эта ничабханга произошла, чтобы было разбито состояние, вот это падение. Вот, ну, мы начнем с самых очевидных таких. Первое – это граха, который в падении. Вот так буду обозначать. Граха в падении плюс граха в экзальтации. То есть они соединяются в одном доме. Это ничабханга. Пример я выше приводил. Марс плюс Юпитер. Меркурий, точнее, да, Меркурий плюс Венера, либо Венера плюс Меркурий. Кто у нас есть еще из таких примеров? Солнце падает в Весах. В Весах Сатурн экзальтирует, да, то есть вот Солнце с Сатурном соединяются, если Солнце в Весах в падении, но там оказался Сатурн, и Сатурн как бы за счет этого Солнце выходит из падения. То есть очень специфическая ситуация получается, видите? Очень абсолютно разные грахи. Один сатвичный, другой тамасичный, один как бы царь, другой раб. Слуга. Это вот подобно тому, как в государстве слабый царь, солнце в падении. Но как бы сам народ очень сильный, такие трудяги, работяги в экзальтации. И за счет этого царь, он как будто бы не в падении. Как бы. И вот пока он с этим Сатурном экзальтированным соединен, он будет на троне, он не упадет. Хотя сам по себе, по своим качествам он вообще не сможет. Если бы не этот Сатурн, он бы не смог. И в жизни точно так же. То есть, допустим, у человека, например, слабый Сурья, у него слабая как бы самооценка, воля, нет авторитета, ну, нет энергии, да, здоровья, может. Но экзальтированный Сатурн дает ему стойкость, терпение, работоспособность, упорство такое, такой трудоголизм, что ли. И вот эти все качества, они как бы очень сильно как бы поправляют вот это состояние духа ослабленного. То есть это очень специфическое, видите, получается у человека такая как бы... Не то, что даже психология, а модель жизни. Прям на энергетическом, можно сказать, плане. Потом она уже в психологическое русло переходит, и потом уже на бытовых буквальных примерах всяких. Потом, конечно, мы учитываем, какими домами управляют эти планеты. То есть, понятно, управитель какого-то дома в падении, значит, этот дом через этого граху падает. Но его и его дом спасает тот, кто экзальтирует через свою энергию и через те ресурсы, которыми владеет этот экзальтирующий граха, то есть через дома, которыми он управляет, через вот эти показатели этих домов происходит отмена падения. Вот, значит, Солнце, потом Луна падает в Скорпионе, но в Скорпионе у нас никто не возвышается. Поэтому дальше Меркурий, точнее, дальше Марс.
Марс падает в Раке, там экзальтирует Юпитер. Дальше Меркурий падает в Рыбах, и там экзальтирует Венера. Так что вот Меркурий плюс Венера тоже такой пример покажут. Дальше Юпитер падает в Козероге, но там экзальтирует Марс. Видите, они друг друга спасают. Хорошая связка, да, министр и военачальник. Так что Юпитер падает в Козероге, но Марс, там его будет от этого спасать. Например, человек. Юпитер — это процветание, богатство, да, бхагья. То есть у человека нет заслуг. То есть что показывают грахи? Вот эти экзальтирующие, падающие грахи, что они показывают? Они показывают состояние кармы этого грахи. Понимаете? Например, солнце падал в том примере. Это означает, что по солнечной карме у человека на дне минус. Как бы у него слабая карма, нету энергии, нету вот. Ну, батарейка села, в аккумуляторе нету ресурсов этих. Но Сатурн его исправляет. Сатурн экзальтирующий, он поддерживает. Это значит, что карма Сатурна. То есть это две параллельные линии. У человека нет заслуг по Солнцу, зато есть заслуги по Сатурну. И этот Сатурн, он как бы из своего вот кармана перекладывает в карман Солнца немного, когда они вместе. Просто вот этот момент соединения, когда планеты в одном доме, это более поздняя тема, мы ее еще так формально не рассматривали, но там как бы грахи, они перемешиваются. То есть один отдает свои качества другому. Поэтому экзальтация, ну, поэтому именно по этому принципу вот это правило отменно работает. Что грахи, они, находясь в соединении, перемешиваются. И за счет этого как бы экзальтирующий отдает себя падающему. Вот, значит, Юпитер в падении, например, означает, что у человека нет заслуг юпитерианских. Поэтому у него, например, там, ну, трудно устроить семейную жизнь, допустим. Потому что ведь Юпитер — это семейная жизнь, Юпитер — это как бы дхарма, это традиционная жизнь. И Юпитер в падении означает трудно устроить семейную жизнь, вот эту. Похоже на то, да? У кого есть примеры Юпитера в Козероге? Вот у Кирилла есть, мы рассматривали не один раз там карту парня. То есть очень прям ярко выражено, видишь? То есть это прям можно заметить, это вот прям увидеть можно. Это прямое выражение, это вот самое буквальное прочтение, что ни на есть. И это из-за Юпитера в падении. То есть недостаточно заслуг юпитерианских. Но если рядом встает Марс, это значит, что эти все вещи, они как бы компенсируются экзальтацией Марса, то есть кармой Марса, а не кармой Марса компенсируются. Например, у человека есть жилье. То есть, если бы не Марс, у него не было бы жилья. Потому что, ну, нет заслуг. Юпитер — это финансы, деньги, расширение, развитие, то есть дхарма, энергия поддержки в контексте именно благих заслуг накопленных. То есть Юпитер — это пунья, бхагья. Юпитер в падении, значит, нету этого всего. Как бы, ну, на нету запаса, как бы. Юпитер показывает такие места, как казна, да, сокровища, как бы сокровищница, банки, да, то есть накопленное вот благочестие. Если Юпитер в падении, значит, все, закончился мешок, опустел.
И приходится работать, чтобы прожить каждый следующий день, нужно на него заработать. Нету в запасе, что ты можешь ничего не делать и отдыхать. Вот в экзальтации Юпитер означает, ну, экзальтация, конечно, такой момент, он обычно понуждает человека чрезмерно быть в этом плане импульсивным, поэтому с экзальтацией обычно он тоже не отдыхает, потому что в раке экзальтируют, подвижный знак. Вот, но как бы как идея, что как потенциал Юпитер в экзальтации, он наоборот может как бы ничего не делать и расслабиться, да, потому что много заслуг, например. Ну, это теоретически, понятно, там в каждой частной ситуации очень много нюансов возникает. Но принцип такой именно. А когда в падении, заслуг нету. Но тут проходит Марс. И он как бы спасает его, он говорит, у тебя нет заслуг, негде жить, нет денег, ничего страшного. Тебя выручит карма, которую ты накопил на марсианской линии, потому что ее много, он в экзальтации. И он этой как бы своей экзальтированной кармой с Юпитером обменивается, можно сказать. Ну, как бы он не обменивается, он ее просто вот поддерживает, не дает почувствовать падение Юпитера. Не дает человеку как бы сильно расстроиться, потому что он говорит, нет, нет проблем, я дам тебе жилье, потому что Марс это жилье и недвижимость. Жилье, землю, недвижимость, там, не знаю, какие-нибудь, то есть ты, Юпитер, у тебя нету, Юпитер это министр, уважаемый, это авторитет, мудрец. У тебя нету такого авторитета, нету как бы в социуме положения, нет проблем. Я тебя сделаю военным, будешь жить на моей энергии, будешь жить как иметь как бы статус, авторитет определенный, какое-то звание, да, какие-то погоны. Тебя будут тоже уважать, ты будешь питаться за счет этого всего. Ну, военные же всем обеспечены одеждой. Там, как бы, может быть, вы недостаточно об этом знаете, но как бы люди, которые военные, это отдельная прям варна, каста, можно так сказать, каста, потому что они как бы, ну, живут военной вот этой историей, в том смысле, что, ну, они редко когда одевают гражданскую одежду, потому что служба это такая вещь, где ты постоянно должен, ну, там постоянно какие-то нужно в часть в эту приходить, заступать во всякие там наряды, то есть служить. Там почти нет времени у тебя, чтобы... Ну, неуместно, в общем, вот эта одежда вся гражданская, она просто, ну, не нужна, можно сказать. Поэтому, ну, а повседневную форму вот эту тебе, в принципе, государство обеспечивает. И одежду, и жилье, и еду, то есть все тебе дает. Вот это марсианская карма. Вот пример, как Марс, экзальтированный, например, отменяет падение Юпитера. Ну, и понятно, там как бы это я просто узкий профиль взял, а так там может быть куча разных других вариантов, но принцип понятен, что энергия Марса, она поддерживает вот недостаток энергии Юпитера. Вот, затем у нас Венера, она падает в Деве, где экзальтирует Меркурий. Так что Меркурий будет отменять падение Венеры. Ну, это вообще такая тема. То есть Венера это чувство, Меркурий это интеллект, они в знаках друг друга падают и возвышают. Ну, не в друг друга, а вы поняли. Там, где Венера экзальтирует, Меркурий падает. Там, где Меркурий экзальтирует, Венера падает. То есть интеллект и чувство. Ну, и они друг друга могут тоже совместно вот как-то поддерживать, отменять там или все в таком роде. Вот, потом Сатурн, то же самое, Сатурн падает в Овне, но там экзальтирует царь Сурья. Вот это первый тип Нича Бхаганга йоги. Наиболее понятный и как бы простой.
Есть вопросы? Хорошо. Второй тип. Мы идем как бы по... ну, примерно я здесь излагаю эти правила по... по очевидности и вместе с тем по силе. По силе воздействия. Потому что вообще понимать как бы принцип Ничабханга-йоги очень важно, потому что именно в прикладном русле очень важно, потому что нужно понять вот этот принцип. Самый главный принцип заключается, независимо от того, какая комбинация, самый главный принцип заключается вот в этом живом видении, в понимании, что вот как бы, ну вот вроде того, как мы сейчас описывали. Вот понимать, как это вообще в жизни может случаться, то есть в какую стезю нужно войти, чтобы произошла Нича-Бханга-йога. Вот как этот Юпитер в падении, и как бы если он сильно страдает, то есть можно ему вот сказать, ну и там, что смотри куда-то в сторону Марса, чтобы не испытывать падение. То есть занимайся там, не знаю, недвижимостью, земледелием или там на военную какую-то там кафедру поступай или там еще что-нибудь. То есть какая-то марсианская там строительство, не знаю. То есть какие-то вот марсианские энергии, они будут поддерживать Юпитер. То есть если видно, что Юпитер ключевую роль играет, а он в таком слабом состоянии, то как-то вот позитивно это все можно сделать. Конечно, этого недостаточно. Нужно еще потом посмотреть в итоге, куда пойдет Сатурн, управитель этого всего. Вот этот Сатурн, он все на нем будет держать. Вот, вот он как раз-таки и покажет, в какую русло, в какую сторону все это пойдет. Потому что там, если Сатурн потом оттуда идет неудачно куда-то, он может показать, что вот, ну, соответствующие последствия. А если он идет наоборот, там в какой-нибудь 11-й дом, например, то есть это исцеление, исправление, да, рост, то значит, ну вот хорошо, значит человек как бы этим Юпитером пойдет в этот Козерог, упадет, туда придет Марс, его поддержит, и потом оттуда, рукой судьбы, Сатурном, то есть, он пойдет в 11-й дом. И вот понимать вот этот общий контекст, вот что нужно научиться просчитывать все правильно и чувствовать, это очень важно, потому что всегда, ну, не всегда, конечно, но часто как бы бывают эти Нича-Бханга-йоги такие вот мелкие как бы. Мы сейчас вот начинаем с крупных таких, то есть очевидные, да, граха в падении плюс граха в экзальтации равно как бы Нича-Бханга-йога. И как буквально прочтение мы вот вкратце обозначили выше. Вот, но бывают более мелкие, как бы незначительные. Казалось бы, не то, что незначительные, они могут быть значительные, но они могут быть не слишком заметные. Но вот если их заметить, то тогда понятно, за что вот где можно зацепиться, что в жизни может вот значительную поддержку оказать. При этом, конечно, нужно понимать вообще философскую подоплеку правильную иметь относительно джьотиша, потому что ну, бегать от проблем... Это, конечно, неправильно. То есть некоторые люди так и думают. Они думают, что астрология – это вот такая наука, которая может показать тебе, в чем проблема, и, соответственно, ты будешь убегать от этой проблемы дальше. Но часто бывает так, что эта проблема и возникла от того, что ты убегаешь, неправильно живешь как бы. Цель в том, чтобы, наоборот, наладить как бы дхарму, так скажем, встать на правильный путь. Поэтому если Юпитер там в Козероге, и какие-то там отмены происходят – это не значит, что нужно пытаться там иждивенничать, продолжать и в какие-то энергии Марса залезать, типа в военную в эту службу, да, для того, чтобы там продолжать ничего не делать, не работать и как-то жить, да, на плаву. Нет, нужно понять, что Юпитер в Козероге, он работать должен. Это он, ну, в этом смысл падения Юпитера, да, в том, что заслуги закончились,
начинаются вот какие-то мотивы неправильные, жадные, корыстные, иждивенческие, паразитические. И чтобы это ни к чему плохому не привело, давай становись честным, работай там, улучшай энергию Юпитера, работай над собой, над моральными качествами и так далее и тому подобное. Вот, поэтому как бы эти все, что мы тут обсуждаем, все, что я говорю, что там надо видеть, за что можно зацепиться в карте, это не означает, что нужно убегать от чего-то. Прежде этого, конечно, нужно правильное понимание иметь вообще жизненных процессов. Значит, вторая сильная нича-бханга-йога, когда, как бы это обозначить схематически, ну вот, допустим, мы вот так пойдем, да, то есть у нас всегда вот исходная точка графов падения, но от нее диспозитор этого графа, он экзальтирует. Понятно? Диспозитор, если графа экзальтирует, происходит отмена падения. Опять же, мы обращаем конкретно внимание, прям тотально, за счет кого, за счет чего, за счет каких томов происходит это отмена падения. Кто этот диспозитор? И нужно понять, что он конкретно показывает. То есть, например, у нас там... Таких много примеров было. Я наверняка, ну, вы, если внимательно, наверняка что-то такое уже замечали. Я неоднократно подобные вещи на примерах озвучивал. Я обычно все эти, как бы даже если мы что-то еще не проходили формально, да, но в примерах это встречается, я вам, как правило, если понимаю, что это вам никак не навредит на данном этапе обучения, я обычно эти все вещи упоминаю, что вот здесь там происходит то-то, то-то, потому что так-то, так-то. Хотя мы этого еще не проходили, есть вот такое вот, значит, правило, например, да. И с этими вот диспозиторами и отменами падения через них тоже наверняка были такие примеры. Ну, я не знаю, наверное, излишним будет пояснение. Не будем тратить время. Ну, вот самое элементарное, да, просто чтобы у вас зафиксировалось в уме пример, как бы. Допустим, вот Юпитер у нас падает. Юпитер где падает? Он падает в Козероге. Что он показывает? Он показывает все то же самое. Нет заслуг, надо работать, поэтому падение, склонность к иждивенчеству может быть, поэтому и мораль, как бы Юпитер показывает падающую. Ну, в общем, какие-то вот такие всякие качества, там от каждой конкретной карты немножко будет отличаться. Но в целом Юпитер в Козероге показывает, что вот петля судьбы, что тебя поймал Варуна на свою петлю. Варуна — это Господь. Варуна, он охраняет закон космический, Рита. Закон называется. И охраняет этот закон, и он как бы такое царское божество, и он
наказывает грешников, наказывает тех, кто этот закон нарушает, оступается как-то. И говорится, к нему используется такая вот метафора, что он накидывает петлю. Накидывает петлю на вот, преступников как бы. И вот на Юпитера в Козероге тоже накинута петля, где его вот тащат на работу. Ну, его не тащат на работу, в том-то и дело. Юпитер в Козероге, он склонен к тому, чтобы вот избегать всеми способами труда и работы. Не хочет он этим заниматься. Вот. Но как бы для этого его в падении поставили, чтобы вот уже деться было некуда, и что вот ты пошел отрабатывать, ну, не то, что отрабатывать, Юпитер в падении редко показывает, что надо что-то отрабатывать. Юпитер в падении больше показывает, что нет заслуг, поэтому надо нарабатывать. И поэтому Юпитер в падении, он говорит, иди, трудись, работай, зарабатывай заслуги, улучшай как бы свою карму, делай хорошие дела, хватит жрать, иди, сам что-нибудь произведи. И... Ну, потому что Козерог, понятно, да, это знак деятельности, карма Бхава, знак работы. Так вот, если его диспозитор, Сатурн, то есть, пойдет и встанет в весы, это будет очень-очень мощная отмена падения. Это значит, что карма Сатурна этого человека, она... Ну, карма Сатурна – это работа, трудиться, да, Сатурн в экзальтации означает, что человек, он как бы ну, вот он вот с этой энергией как бы прям соединен сильно, он хорошо чувствует, понимает и умеет вот находиться в состоянии смирения, терпения, служения, такой честности, покорности, то есть это очень ценится в мире честности, так скажем, да, как бы природа, Бог очень ценит это честное качество, и поэтому Сатурн в экзальтации это очень как бы очень сильный показатель. И вот за счет этих качеств человек, он из этого состояния Юпитера в падении легко выйдет, то есть Сатурн его прям спасет. Единственное, что он будет много, ну, погружаться. То есть для него, как бы, для него нахождение вот в этой точке, вот когда сознание отождествлено с Сатурном экзальтирующим, ну, с Сатурном вообще, да, для него отождествление с Сатурном автоматически означает, что нет падения. То есть, как бы он, если он живет как Сатурн в экзальтации, то падение вообще не будет ощущаться. Но для этого нужно будет вот, ну, экзальтированно проявлять энергию Сатурна. Но она автоматически будет проявляться. То, что для этого человека энергия Сатурна автоматически означает экзальтация. Он автоматически... Ну, то есть это может много всего быть. Это, ну, в смысле, это может быть как упорная работа и труд, и успехи на этом поприще, да, так и аскетизм, например, какое-нибудь уединение, там, одиночество. То есть в зависимости от того, какая карма, что именно в карте показано. Может быть, тут Юпитер в падении – это проблема с моральными качествами из-за какой-то греховности. Но Сатурн в экзальтации тогда его исправит. Он как бы через аскетизм, через какие-то вот такие практики там аскетические, типа там пост какой-нибудь, покаяние, служение – он очень сильно эти качества все вернет в норму, возвысит, и человек из падения как бы выйдет. Ну вот, это очень простой пример, то есть он прям очевидный, да? Юпитер в падении в Козероге, Сатурн в экзальтации. Этот Юпитер прям вытаскивает, очень мощным таким, мощно его вырывает. Есть вопросы по этому пункту? Так, хорошо. Дальше. Очень интересная комбинация
вот такая. И здесь, как нигде ранее из этих примеров, нужно правильно понимать происходящее в карте. Эта комбинация заключается в том, что граха вот у нас падает, а диспозитор этого грахи тоже падает. То есть одно падение отменяет другое падение. Даже не сейчас я подумаю, какой тут пример можно представить. Просто очень нестандартные такие ситуации. Как бы их лучше на частных примерах в картах рассматривать, так удобнее будет. Ну, представим, попробуем. Допустим, Юпитер в Козероге падает. Опять же, да? И его диспозитор Сатурн находится где-то тоже в падении. И падает он в Овне. Так, ну и как получается, что у нас, то есть Юпитер в Козероге падает, получается недостаток жизненных благ, например. Но Сатурн тоже падает. На абстрактном примере очень сложно действительно сейчас мне выдумать. Там, правда, очень много зависеть будет от того, в каких домах это происходит. Ну, мы можем попроще взять. Здесь такие серьезные вещи. Юпитер и Сатурн — это вообще такие, да, судьбоносные грахи, самые гиганты, да, Джива и Карма. Вот. Но мы можем взять что-то такое простое. Например, у нас падает Венера. Венера в падении означает низкий уровень чувственности. То есть какой-то ну, это может касаться сексуальных тем, это может касаться искусства, в принципе, вкуса, да, вот как бы красоте, такой вот какой-то неказистый вкус. Потому что, ну, дева, земляной знак, там как бы все практично и искусство, оно все-таки более утонченная сфера. Венера экзальтирует в водном знаке, самым утонченным. Ну, утонченным в смысле, что это по Пурушартхе самый возвышенный принцип мокши, да? То есть слияние такое, то есть там абстрактное какое-то мышление, ощущение. То есть красота, она по своим законам живет. И эти законы нужно научиться чувствовать, ты не можешь их навязать. То есть красота — это объективно существующая вот некая энергия. То есть у нас, например, есть музыка, и это 7 нот. Эти 7 нот никто не придумывал, они просто существуют во Вселенной. И неважно в какой культуре, в какой стране, все составляют произведения по этим законам вот этой гармонии. И чтобы хорошо ориентироваться в этом искусстве, чтобы чувствовать эту красоту, чувствовать эту поэзию, нужно как бы иметь достаточно утонченный разум,
чтобы соединяться как бы с этим. Потому что ты не можешь это силой захватить. Ты можешь только вот рыбы, Венера в рыбах экзальтирует. Это знак как бы слияния, покорства, смирения, служения, растворения. Это такое стопы, да, когда выражают почтение мудрецам, касаются их стоп. Это все связано вот со смирением, с чем-то также потусторонним, мистическим. Потому что... Ну, в общем, это не суть, ладно. А Дева – это знак рациональный, меркурианский, интеллектуальный, там все разумно, четко, нацелено на какую-то выгоду, да, творчество, там, искусство, оно не несет идеи выгоды вообще, там нету артхи. Это в чистом виде вот кама или мокша, хотя кама и мокша, они вообще так довольно близко в этом плане находятся. И там просто главное не перепутать, да. Просто если... Ну, это, так скажем, одно и то же, но вопрос в эго, аханкаре, кто получает удовольствие. Если аханкара есть, это кама, если аханкара нет, это мокша. То есть эго есть, автоматически в каму это все превращается. Если эго нету, существует только переживание, и это мокша. Так вот, Венера падает в этом грубом знаке Девы. Но если Меркурий тоже упадет. Тут вообще несколько типов отмены, вот в этом примере. Потом позже я еще расскажу. Вот. Но если по этому принципу, который мы сейчас рассматриваем, то как бы Венера падает в Деве, но из-за того, что ее управитель тоже падает, а это интеллект, то как бы, видите, Венера, она хочет экзальтировать в рыбах, то есть она хочет абстракции, растворения, да? Меркурий жесткий, концептуальный, ей этого не дает в Деве. Но Меркурий, если ослаблен, у нас получается, что вот это концептуальное мышление ослаблено. Мы как бы такие немножко туповатые, да? Ну, это я в шутку. Не туповатые, конечно, но вот как бы такие вот немного слабый разум. Вот так вот. Не разум, точнее, а интеллект. Слабый интеллект. То есть он не удерживает. Не удерживает вот эти. Как вот мы смотрели пример, помните, я сейчас перепроверю. Читание Махапрабху, который сейчас попробуем. Да, вот Меркурий в падении, все правильно. Меркурий в падении, то есть Чайтанья, который там в экстазе пел Харе Кришна и растворялся там во всем, да? То есть вот слабый интеллект как бы, ну в смысле, что он не удерживает конструкцию, он легко растворяется. И получается, что здесь как бы из-за того, что интеллект вот такой слабый, происходит как бы отмена падения Венеры автоматически. У нее как бы не хватает интеллекта, ну вот управителя всей вот этой вот истории, да, Меркурий. Не хватает его силы, чтобы вот Венера свои какие-то, ну, вот низкие качества начала проявлять, чтобы она за что-то цеплялась, там очень сильно хотела там каких-то наслаждений телесных, например, или какой-то выгоды, или вот все, что связано с этой красотой какой-нибудь. Ну, то есть понятен, да, принцип, я думаю. То есть он как бы такой ослабленный Меркурий, сильно все не фиксирует, например, да, и поэтому вот абстракция, она сама по себе происходит, а для Венеры это как бы как, ну, энергия, как раз, которая ей близка, и она вот эту, вот это падение как бы отменяет таким образом. Она не, Венера не становится такой меркантильной, жесткой, придирчивой девой такой вот этой, да. Она как бы немножко попроще начинает смотреть на вещи и на жизнь за счет того, что у нее интеллект просто вот такой немного ослаблен. Вот это пример, когда, то есть, вот это падение отменяется тем, что происходит другое падение.
И с другими грахами со всеми точно так же будет. Понятен, да, принцип? Мы можем здесь еще один пример, но тут опять же будут еще другие ничабханги примешиваться. То есть тут несколько опять будет йог в этом всем, но мы рассмотрим именно этот принцип, вот, когда диспозитор падает. Допустим, у нас есть Луна, а Луна падает в Скорпионе. Что значит Луна падает в Скорпионе? Это страх, кризисы, да, психическое вот страдание, неуравновешенность, какие-то, ну, такие, в общем, психические эксцессы. Для восьмой дом, для Луны, это Марана Карака Стхана, и потому что восьмой дом очень такой темный, страшный, стрессовый и так далее, кризисный, и Луна этого боится, не хочет, и вот Скорпион подобен этому. Луна там падает, но Марс падает в Раке. Допустим, Марс в Раке оказался и тоже упал. И получается, что Марс в Раке что показывает? Марс в Раке показывает, что как бы человек не воин, потому что он привязан к комфорту, да, каким-то вот эмоциональным отношениям, вещам таким. Он как бы такой мягкотелый. И вот эта вот вся мягкотелость, она как бы, ну, автоматически Луне дает как бы то, что ей нужно. И она вот из этого кризиса как бы выходит. Она не чувствует, что мир такой уж прям холодный, страшный и все настолько плохо. Потому что вот эта вот привязанность Марса к комфорту и удовольствиям, она как бы эту Луну немножко смягчает, дает ей почувствовать, вот, что все нормально. Конечно, человек очень сильно будет здесь зациклен на этом, и эта зацикленность показана с другой стороны другим принципом ничабханги, когда отмена происходит за счет обмена. То есть Луна находится в знаке Марса, а Марс находится в знаке Луны. И вот этот вот, если дальше тему, да, этой комбинации развивать, то есть, во-первых, вот это вот, во-первых, диспозитор падает, это отменяет падение Луны. Но дальше, если развивать эту тему, то получается, что у них происходит обмен, и этот обмен, он как раз и указывает, что это Луна и этот Марс, они, ну, Луна в первую очередь, если о ней речь идет, как о главном элементе здесь падающем, она как бы привязана сильно к комфорту, вот это обмен знаками, да, вот это обмен знаками всегда показывает сильную связь. Напоминаю, обмен знаками называется паривартана йога. Обмен. Сильную связь между этими двумя показателями, между Луной в Скорпионе и Марсом в Раке. С точки зрения Луны он показывает сильную привязанность к Раку, то есть к комфорту, безопасности. Вот человек, он слишком будет к этому привязан, это тоже нездоровая тема. Это вот как раз так будет проявляться, вот этот Скорпион. Вот этот. Ну, Луна в Скорпионе показывает психические какие-то, да, такие заморочки. И вот здесь будет сильный вот страх, как бы, страх потерять вот этот комфорт, но его тут никто не лишит этого комфорта, наоборот, он из-за этого страха потерять комфорт, он слишком к нему привязывается и непосредственно соединен с ним постоянно, что показывает паривартана. Вот. Это все через эту мягкотелость проявляется Марса в Раке. А с другой стороны, Марс в Раке падает, и он в этом обмене как бы вот эта энергия Скорпиона в этой комбинации обмена проявится как вот что человек из-за склонности Луны к этому Раку и Марса к этому Раку, как бы из-за склонности к этому вот комфорту и так далее, он начнет быть склонен жить вот такой паразитической жизнью Скорпиона. То есть жить за счет других. Понимаете, иждивенчество такое. То есть потому что он как бы привязан вот к этой маме какой-то, да, к какому-то безопасности. Он как бы не хочет вот стресса. Он настолько боится стресса, что вот он окружил себя этими подушками,
И вот все, он не хочет выходить. А ему надо работать, ему нужно то, ему нужно это. А он ничего этого делать не хочет, потому что он боится, ну, на холод выйти. Он не хочет мерзнуть. Он, как бы, у него психологическая травма. Он из-за психологической этой травмы привязался к комфорту, к такому, как бы, как к источнику безопасности. И это, естественно, его приводит к этому состоянию скорпиона. Вот к этому вот иждивенчеству, жизни за счет других, и так далее и тому подобное. Вот. Таким образом, вот так здесь проигрывается уже вот эта комбинация обмена. Вот. Но если рассматривать влияние на Луну, как вот эта отмена падения действует, то вот принцип такой. То есть падение Луны, то есть психические всякие эти проблемы, всякие страхи и так далее, то есть страдания. Самое главное понять, что это падение показывает страдания. Луна очень чувствительная точка. И Луна в Скорпионе показывает страдания. И это страдание отменяется, грубо говоря. Оно компенсируется за счет вот этой мягкотелости Марса в Раке. Человек привязывается далее к этому Марсу, и там уже происходит этот обмен. В свою очередь, обмен это другая нича Бханга-йога. Тоже обмен знаками, вот как в этом примере, тоже как самостоятельная нича Бханга-йога может выступать. Но со своим уже принципом, не по принципу, который мы вот тут сейчас рассматривали, третий вот этот. Есть вопросы? Так, хорошо. Вообще нича Бханга-йог, как бы их очень много. Ну, не прям такие очень, но. А может и очень, то есть смотря как, по какому критерию взять. Самое главное по-живому понимать, как это работает, почувствовать. Тогда вы сами их можете находить, замечать, даже если я забуду тут что-то сообразить. Так, ну допустим, пусть будет так, да, у нас Грахов падение и диспозитор этого Грахи соединяется с Грахой, который экзальтирует. Здесь как бы самые главные вот такие, выражаясь современным языком, триггерные точки, на которые нужно обратить внимание, это вот эти всякие процессы в этих комбинациях, связанные вот с энергиями экзальтации. То есть вы должны понять, что представить можете, что вот планета, она когда экзальтирует, например, она вот энергию вырабатывает, да? Она экзальтирует, и вот, ну вот слово «она экзальтирует» уже вот должно давать представление, что экзальтирует, из нее как бы исходит эта волна такая. И поэтому любое соприкосновение с этой волной каким-либо образом, оно вот по цепной реакции передается дальше. Ну, как вот здесь, например, да, в этом примере. То есть Граха экзальтирует, эта волна экзальтации достигает диспозитора, а диспозитор управляет падающей планетой вот этой. Соответственно, диспозитору хорошо, ну, то есть диспозитор это, напоминаю, адхипатия, да, владелец. То есть граха падает, а ей управляет диспозитор. Поэтому владелец этого падающего грахи испытывает энергию экзальтации через соединение с экзальтирующей планетой. Соответственно, вся эта вот вибрация, она и этому дому делает хорошо, и этому знаку. А, соответственно, и планета в этом знаке падения, она уже тоже испытывает некое влияние позитивное. И опять же,
Откуда приходит это позитивное влияние? Оно приходит через вот этого граху. Это можно легко потерять и не заметить, если не понимать вот этот весь основополагающий принцип. Исходит все вот от этого графа. А если более еще взять ближе к нам, то это вот эта комбинация. Комбинация диспозитора вот этого, вот этой планеты, кем бы она ни была, с экзальтирующим графом. Вот эта комбинация, она если проигрывается, она, ну, как бы... Ну и вы должны понять, что оно не отменяет падение. Но оно вот дает позитивную вот эту энергию. То есть эта комбинация вот эта, которую мы сейчас рассматриваем, она намного слабее, чем вот эти первые три. Я думаю, это легко почувствовать и понять, да? Оно через такие вторичные уже какие-то принципы, да? Тут у нас все напрямую, вот по схеме видно. А здесь уже у нас диспозитор, плюс там еще кто-то, да? Хотел внести этот термин чуть позже, но, наверное, можно сейчас это сделать, чтобы Ничабхангу более комплексно объяснить тему. Есть такое понятие, как учанатх. И ничанатх. Натх означает повелитель, владелец, ну как пати, аналог. То есть, соответственно, учанатх. Учанатх означает планету, которая управляет знаком экзальтации. Ничанатх. Это планета, которая управляет знаком падения. Это очень важные принципы, которые надо понимать. То есть, например, есть Луна и есть Юпитер. Луна для Юпитера является учанатхом, потому что Луна управляет раком, а рак это место, где Юпитер экзальтирует. Соответственно, сразу пишу, что Ничабхангой достаточно важной, такой сильной будет, ну вот она должна относиться вот сюда, вот, то есть вот эта черта, не воспринимайте ее буквально, да, я отметил, но сейчас вот порядок нарушился, потому что вот это вот, она как раз за ту черту перейдет, то есть она будет... Вот эта комбинация относится к категории довольно сильных ничабханга-йог, когда граха в падении соединяется с своим учанатхом. Как вот в этом примере. Луна соединяется с Юпитером. Например, Юпитер находится в Козероге, казалось бы. И это плохо. Но если он соединится там с Луной, это значит, что ну, он как бы очень сильно приободрится. Потому что Луна... в свою очередь, владеет местом экзальтации Юпитера. Юпитер как бы чувствует, что вот, это мой самый лучший друг как бы пришел, вот сейчас он все мои проблемы
ну, не то, что решит он, а вот у него есть эта энергия, я сейчас, ну, он прям вот эту энергию впитывает. Потому что грахи в соединении, они как бы, ну, своими вот светимостью своей перемешиваются. И так что Юпитер от Луны получает энергию экзальтации напрямую. И это сильно снижает падение Юпитера. И вот из таких вот комбинаций отмен падений, а там еще есть отмена возвышений, это потом, да, аналогичная тема. Из них сплетаться может в карте очень много, как бы, таких схем. То есть, например, у нас Юпитер в Козероге соединился с Луной, например. Потом отсюда диспозитор пошел там Сатурн в падение в какое-нибудь. И вот, казалось бы, уже для Юпитера очень сильно отменяется падение, но при этом сейчас как бы так все, чтобы вас сильно не запутать. Ну, в общем, там дальше Марс, например, там пойдет там в какой-нибудь вот враг в тот же самый, да? И вот что у нас получается здесь. Очень довольно сложная схема, а ее можно прочитать, она в жизни реально будет как-то проигрываться. Очень сложная схема, потому что Юпитер падает, но соединяется с Учанадхом, это раз отмена. Потом отсюда диспозитор Сатурн идет и падает, казалось бы, но его управитель Марс тоже падает. Поэтому и Сатурн-то вроде бы уже не отменен. Хотя для Юпитера нахождение Сатурна в падении, оно будет работать. То есть Юпитер за счет падения Сатурна он отмену получает. Но потом Сатурн через Марс, через падение Марса тоже получает отмену падения, поэтому Сатурн тоже как бы не в падении. То есть и волки сыты, и овцы целы, получается. Но при этом Марс в падении, Луна, она переносит с собой энергию Марса. И Юпитер уже не такую сильную ничабхангу получает от Луны. Потому что, ну, от Луны-то ничабхангу он получает, потому что это Учанадх. Но Луна, она тащит за собой энергию падения. И, ну, это тоже вот такая около комбинация к Учабханге, например, да, или там Ничабханге. Ну, Ничабханга — это комбинация, которую мы сейчас рассматриваем, а Учабханга, соответственно, отмена экзальтации. Вот, и все это как бы, ну вот, если чисто технически рассматривать, будет масло масляное и непонятно. Вот, а в действительности все это имеет конкретные проявления, конкретные факторы в жизни. Сразу все очень, да, интересно, на самом деле становится. Все это можно увидеть и понять. Ну, значит, вот, граха в падении, если соединяется со своим учанадхом, получается отмена падения. Так. Дальше. Допустим, так. Это та мысль, с которой я начал и понял, что нужно концепцию Учанадха упомянуть. Потому что, допустим, подобного рода, вот подобно тому, как в четвертом пункте, также и здесь граха в падении будет испытывать отмену, если диспозитор этого грахи соединится с Учанадхом вот этого исходного грахи.
Ну, и вы как бы должны проникать вот в более тонкие смыслы всего этого, то есть начинать чувствовать, как это, как карта вообще работает. Потому что если этот диспозитор встретится с учанатхом не вот этого грахи в падении, а собственным учанатхом, да, например, то вы же тоже должны понимать, что это как бы... Ну вот в четвертом пункте у нас как бы диспозитор соединился с грахой в экзальтации, да? А вот в первом или где-то вот во втором пункте диспозитор сам экзальтирует, да? Это отменяет граху. А здесь же она ведь, ну, то же самое, что и второй пункт, только как бы, только немножко такой через третьи руки, да? То есть у нас тоже диспозитор как бы энергию экзальтации испытывает. Но энергию экзальтации он испытывает через соединение со своим учанатхом. И поэтому он, будучи управителем грахи в падении, он ему как бы тоже вот передает вот это, ну, состояние своей соединенности с собственным экзальтирующим вот управителем. Ну, с управителем собственного вот экзальтирующего знака своего. Тоже можно, такой пример тоже можно вписать было бы в правила отмены. То есть я это сейчас же просто, ну, это ж не схема, я из головы сейчас это все беру. Это просто нужно принцип вот этот понимать. Просто мы здесь рассматриваем такие основные такие стандартные линии, что ли, основываясь на которых мы можем вот правильный скелет вот этого принципа понять, и затем всякие смежные варианты, которые будут происходить, они автоматически будут как бы пониматься нами. Так-то все очень просто, я думаю, вы уже поняли, да? Просто энергия экзальтации, энергия падения. То есть вот основные принципы, они в принципе, ну, они, в общем-то, описаны вот уже. Там есть еще некоторые моменты, я их упомяну позже. Более такие незначительные, такие прям совсем еле-еле зацепки. Вот, так что, значит, в первой черте мы сделали граха с экзальтацией, и диспозиторы экзальтируют или падают, и прямое прочтение этих ситуаций дает понимание, что там происходит. Дальше, во второй черте, граха падает, диспозитор соединяется с грахой, который экзальтирует, потом граха в падении с учанатхом соединяется, граха в падении... его диспозитор соединяется с учанатхом этого грахи. Можем сюда же, да, дописать, например, вот этот случай, то есть граха в падении и диспозитор соединяется с собственным учанатхом. Я думаю, понятно, вот такая схема, да, будет. Есть вопросы на данный момент? Есть. Там всякие
Очень незначительные, позже их, ладно. Вот один из важных, но это прям вообще в отдельную категорию выносится, вот у нас даже удачно так все тут разделилось, в отдельную, в общем-то, категорию можно отнести такой тип отмены, когда грах в падении, этот же граха, он экзальтирует в наванше. То есть вы знаете, хотя мы наванша — это огромная большая тема отдельная, но вы прекрасно все знаете, у нас есть Джаганатха Хора, там внизу есть D9, это карта наванши. То есть вот если у нас граха падает, но в наванше он при этом экзальтирует, это отмена. Но ее нужно очень правильно понимать, почему она вообще в отдельную категорию, потому что здесь вообще переплетение двух как бы реальностей. Внешняя реальность, показанная D1, и внутренняя, более тонкая реальность, показанная наваншей D9. Как бы, поскольку мы не проходили тему наванши, я вам не могу полноценно сейчас объяснить принцип этой отмены, потому что там много разных вот нюансов. Но в целом, то есть, допустим, просто наванша — это действительно большая тема. Допустим, обычная карта показывает процесс, который сейчас происходит, а наванша показывает результат. Соответственно, по этой логике, по этому принципу, граха в падении в обычной карте означает действительно падение. Но она же, экзальтирующая в наванше, покажет, что результатом такого процесса, вот барахтанья в этом падении, будет экзальтация. Допустим, Юпитер в падении. Юпитер в падении означает вот эту петлю, да, где нужно работать, например. И, допустим, при всех равных условиях человек идет, трудится, страдает, ну, не то, что страдает, но вот испытывает нехватку какую-то ресурсов, например, да, он там переживает моральное падение. Вот, отличный, кстати, пример. Допустим, моральное падение переживает свою греховность, свои нечистые мысли, свою неспособность быть, ну, надлежащего морального качества, да, то есть он как бы чувствует свою греховность, условно говоря, порочность. И в результате этой греховности и порочности он становится святым. И куча же, да, таких примеров, все ведь знают из истории, да, когда какой-нибудь грешник, он раскаялся и стал святым в итоге. Вот это яркий пример, вот что-то вроде этого. То есть Юпитер в обычной карте падает, но в наванше он экзальтирует. Понятно? Либо другой пример. Наванша показывает внутренний мир, а обычная карта показывает внешние реалии. И поэтому, допустим, Сатурн в обычной карте падает, но в наванше экзальтирует. Это означает, что человек внешне слаб, и он как бы, ну, вот плохая у него карма с Сатурном. Но внутри у него как бы... Наванша — это действительно отдельная большая тема, потому что это карта Дхармы. Это девятый дом, разделенный, так скажем. Ну, это как бы, как сказать... То есть это называется варга, дробная карта. Дробные карты делятся по данным в священных текстах правилам, то есть просто вот Брахма поведал мудрецам, мудрецы это описали, они говорят, вот Брахма сказал, нужно вот разделить каждый знак вот на столько-то частей, в случае с Навамши это 9 частей, по 3 градуса 20 минут, то есть у нас 30 градусов в одном знаке,
Если мы этот знак на 9 частей разделим, получится 3 градуса 20 минут одно деление. И каждое из этих делений принадлежит по определенному расчету вот какому-то знаку в Навамше. И мы смотрим, в какую часть, в какую вот одну девятую, да, попал граха в этом знаке, и выносим его как бы в Навамшу. И вот мы так всю карту делим, смотрим, и у нас составляется как бы Навамша. Но это потом все мы будем проходить, будет это все понятно. И в соответствии с этим у нас получается такая вот карта судьбы. Потому что смысл деления на вам, что он именно в том, чтобы рассмотреть карту с призмы вот дхармы, судьбы. Ну, вообще, дхармы в самом широком смысле. То есть на вам же это карта дхармы. И эти 3 градуса 20 минут, они как раз составляют ровно столько, сколько составляет один пада в накшатре. То есть у нас зодиак, 12 знаков, делится на 27 частей, это 27 накшатр. Каждая накшатра делится еще на 4 части, это 4, четверти вот, накшатры, а четверть значит пада. И вот этот пада накшатр точно совпадает с навамшей. Может быть, вы сейчас до конца не понимаете все это, но как бы накшатра это такое очень, ну это параллельно вообще, да, история, как бы параллельное такое прочтение. Как бы то, что мы видим в обычной карте, это такая внешняя игра жизни. А срез уровня накшатр, он показывает, какой небесной лилы, каких небесных игр в судьбе является вот какие вот эти небесные игры на уровне накшатр, на уровне судьбы, потому что накшатры связаны именно с божествами, с энергиями космоса, там, с энергиями судьбы, там отдельная большая тема. И как бы внешняя карта, срез вот накшатр, он показывает, как вот эта внешняя жизнь, внешние реалии, которые мы повседневно переживаем, вот все вот эти события, которые в обычной карте нарисованы, вот эта жизнь от рождения до смерти, да, вот этот небольшой отрезок, как бы отражением чего на более небесном уровне он является. Ну, в общем, запутанное объяснение получилось, но идея в том, что навамша карта сильно связана с этим судьбоносным уровнем накшатр. И поэтому вот эти отмена падения грахи через экзальтацию в навамшу, он может вообще показывать уровень игры как бы божественный и уровень игры как бы в судьбе. Что внешне кажется, что ты как бы в падении, да, граха в падении в обычной карте, но это на самом деле вообще судьбоносная игра, потому что, ну, просто тебе так надо. Например, ты хочешь стать святым, допустим, до своего рождения человек решил как-то вот, ну, в какую-то сторону продвинуться, да? И чтобы это сделать, судьба такой вот фокус делает, она думает, а, мы его тогда в этой жизни грешником сделаем, как бы граха будет в падении, да, в обычной карте. Он будет жить как грешник, будет раскаиваться, страдать, и за счет этого он через покаяние придет к очень возвышенному состоянию. Вот это вот буквально, например, там какой-нибудь Сатурн, который в обычной карте падает в восьмом доме, то есть грехи прошлого, да, грехи прошлой жизни, в восьмом доме падает раскаяние, он переживает кризис, он теряет все, например, да, Сатурн в восьмом доме, как святой Тукарам. Прочтите биографию святого Тукарама, такой святой из Махараштры. Великий святой. Он потерял все вообще. Абсолютно все. Это просто там, когда читаешь, если правильно найти вот это хорошее описание его биографии, наиболее полное какое-нибудь, прям чувствуешь, насколько вообще, что там с сознанием человека должно было произойти. Это вот трансформация восьмого дома, Сатурн в падении, очень похоже.
потому что там, ну, все потерял просто. И дети умирают, и жены умирают, и бизнес полностью, ну, вот чем-то он там занимался, торговлей какой-то тоже, полностью все, вообще все просто теряет человек. И единственное, что у него остается, это вера в Бога. И он тотально в это погружается и становится величайшим святым, которому даже цари местный, царь Шиваджи считал его своим гуру, приходил, все к его ногам приносил, говорит, вот все царство твое, все деньги твои, забирай вообще все тебе. Ну и Тукарам, конечно, это все не принял, а все, что ему всучили, он все раздавал. То есть Тукарам, он все раздавал вообще. Вот просто до последней вот просто рубахи. Вот все, что у него не было, просто все уходил, раздавал. Он такой, как бы, с точки зрения материалиста, такой дурачок, как будто бы. Ну, типа, у него вот все есть, он идет, к нему просто подбежит там мальчишка. Дядя, дай там денег. Он говорит, да, на, держи, малыш. Потом еще 20 детей прибегают, дай, дай, дай. Он, да, берите, берите, берите. Все просто раздает, пустым полностью остается. Постоянно опьяненной энергией божественного имени. Поэтому вот эта вот тема, я ее вот здесь выношу в отдельную сноску, что вот этот отмена падения грахи через вот экзальтацию в Навамше, это очень специфическая вещь. То есть вот как в этом примере, Сатурн падает в восьмом доме, например, да, такой вот грешник там раскаивается и там кризис переживает, неудачу, чувствует свою греховность. Но этот же самый Сатурн, например, экзальтирует в девятом доме в Навамше. Например. И то же самое касается других всех сфер жизни. Например, там человек во внешней сфере жизни, там, допустим, падение во втором доме каком-нибудь или в десятом, там, то есть карьера, работа, деньги, имущество, семья, что-нибудь такое. В падении граха это разрушает в этом доме. Потому что, напоминаю, если граха падает где-то или экзальтирует где-то, то на этот дом это влияет прямым образом. То есть граха в падении разрушает дом, в котором она в падении находится. Граха в экзальтации, соответственно, не только сама экзальтирует, но и экзальтирует как бы энергию этого дома. И вот, допустим, второй и десятый дома, как-то они вот испытывают это падение. А в Наванше этот же самый граха, который падение вызывает, он вот опять же в каком-нибудь там доме, связанном с религией и духовностью. И вот как бы внешние обстоятельства такие, что падают вот деньги и статус. А внутренние обстоятельства и последствия, да, потому что Навамши, как я сказал, показывают плоды, они приводят человека к религиозности. Или наоборот, может быть вообще наоборот. Может быть так, что религия падает в обычной карте, а в Навамши экзальтирует богатство. В 11-м доме, например, этот же самый граха экзальтирует. И таким образом все вот так превращается. Поэтому вот эти темы через Навамшу, она очень параллельная. То есть это две вообще жизни разных. Вот карта Навамши и карта обычная, это вот они могут очень сильно расходиться в своих, как бы параллельное существование, что ли. Потому что это не прямая таки отмена. Не прямая, в том смысле, что человек, у которого... Не, ну вообще там куча нюансов, да, может быть. Может быть так, что у человека как бы падение в девятом доме, соответственно, религия разрушается. Но граха экзальтирует в доме богатства и доходов, в 11-м доме, например, да, экзальтирует тот же самый граха. И таким образом человек перестает быть религиозным, становится богачом. И потом происходит обратный, в принципе, процесс. То есть в 11-м доме в Навамше
он как бы получает по судьбе, да, карта судьбы, дхармы, D9 на вамша, он по судьбе как бы получает вот положенный ему приз, выигрывает в лотерею, там, не знаю, в 11-м доме богатство получает, и теперь он может в 9-м доме поправить дела, то есть он уже не беспокоится о деньгах, он более религиозным, допустим, становится, там как-то начинает моральные принципы подтягивать, потому что больше ничего уже делать в жизни. Ну, например, да? То есть вот, в принципе, да, обратный процесс тоже возможен, то есть как бы экзальтация в Навамше через дом богатства, она вот поправляет состояние дела падения в 9-м доме. Но все равно тут тонкий такой момент есть, то есть это нужно правильно прочитать. Поэтому просто мы как бы на этом всем, на этих правилах не заморачиваемся, просто читаем карту, учимся по-обычному, по-нормальному ее читать от начала до конца, и все смыслы, которые там будут, они автоматически сами вырисовываются. Вот, поэтому через Навамшу это у нас отдельная колонка, прям-таки должна быть. Возникли вопросы какие-то, есть? Так, тогда дальше. Мне кажется, самые прям такие основные мы разобрали. Вот в этой первой части, первые 7 пунктов, они примерно ориентир дают, как бы можно понять. Так, теперь. Так, ну теперь давайте прям более слабые, но тем не менее наиболее сильная из этих слабых, это когда граха в падении расположен в кендре. В кендре я его нарисую в виде квадрата, наверное, или как, не знаю. Ладно, в кендре от Луны. Вот это наиболее важно, наверное, от Луны. Вот, но это такая, как бы, очень слабая, видите, она просто технически. То есть, почему я ее к слабым отношу? Потому что вот все, что было до этого, можно прочитать буквально. И там реально понятно, что происходит. Это свидетельствует об очевидности определенной, такой отмены. А в данном случае это просто техническое правило, оно, ну, просто мы можем учесть, что вот, допустим, граха в падении, и никаких отмен из вышеперечисленных нету, но граха находится в кендре от Луны. И мы это просто подмечаем. Если это замечаем, то мы понимаем, что, ну, граха в падении, но это не совсем, ну, не... Ну, в смысле, это падение, но оно как бы немного смягчено, допустим. Ну, просто потому что есть такое правило. Мы, как бы, у нас нет возможности, в принципе, его проверить хоть как-то. Вот все предыдущие правила можно реально проверить на фактах. Просто посмотреть, сравнить, прочитать, посмотреть на факты в жизни и понять, что да, через караки такой-то планеты действительно была отмена падения. Вот как бы можно это все найти буквальное подтверждение. А вот эти вещи как проверить? Никак. Вот поэтому.
Поэтому вот так. То же самое относится, если у нас графа в падении находится в кендре от лагны. Но это еще более слабое, на мой взгляд. Мне так кажется. Потому что почему, наверное, можно аргументировать так, что Луна это все-таки нечто более стабильное, нежели лагна. Луна в одном знаке находится 2,5 дня, а лагна меняется каждые несколько часов. Поэтому как-то не очень убедительно. Я думаю, если прям Луна и лагна вместе, и Граха там в падении в четвертом доме, то тогда это, наверное, в совокупности, ну, более-менее еще отмена хоть какая-то, потому что тут прям два пункта сошлись. Вот, ну и дальше есть такие как бы отмены, которые я вообще серьезно не могу как-то рассматривать, поэтому даже мне не хочется вам их давать. Когда, например, такое вот правило, да, допустим, вот так я сделаю, и здесь вообще уже звездочку поставлю. Как это сформулировать? Когда диспозитор Когда диспозитор, ну вот так, наверное, да, то есть графа в падении, и диспозитор этого графа находится вот так вот. Ну вы поняли. В кендре от лагны или луны. Звучит так себе, да? То есть у нас графа в падении, у него есть диспозитор, и этот диспозитор в кендре от лагны или луны. Ну, это в принципе, на самом-то деле, кстати, нормально звучит, но очевидно, что по сравнению с первыми 8 пунктами, это уже совсем слабая отмена. Ну и как бы еще говорят, что есть вот такое, но я вообще даже сейчас не могу вспомнить, чтобы я это подмечал когда-то. Вот эти вещи, все, что до этого говорилось, я еще подмечаю. Даже вот эти всякие кендры от лагны, луны, там, это на крайний случай, вот как я вам сегодня говорил, что зацепиться за что-то, да? Даже вот этот вот диспозитор в кендре от лагны или луны, все равно действительно он будет рисовать такую картину. Да, я думаю, знаете, тут, кстати, логика-то по сути очень простая. Не знаю по поводу пунктов под номером 9, но вот 10-й пункт, он в принципе логичен, потому что граха падает. У падающего графа есть управитель, владелец. Этот владелец, диспозитор,
носит, ну, как бы он ответственное лицо вот этого падающего грахи в каком-то знаке. И этот диспозитор идет и встает в сильную позицию кендры. Потому что кендра, она сама по себе, как вы помните, является таким колонной такой опорной. То есть, в принципе, в ней стоять грахи хорошо. Он как бы чувствует себя защищенным. Потому что просто кендра – это очень важные такие сферы жизни, которые дают поддержку. И если ты туда встал, то, в принципе, уже… Поэтому вот это, кстати, 10-й пункт вполне такой себе логичный. То есть он основан просто на понимании силы такого дома, как Кендра. То есть это довольно простое правило. Вот. А что касается последнего пункта, значит, здесь будет так. Здесь будет граха впадения. И у него есть учанатх. И этот учанатх находится, ну вы поняли, в общем, он находится в кендре от, он находится как бы как вот в кендре от. В кендре от ничанатха. То есть довольно сложно технические правила сообразить, да? То есть получается, что, допустим, у нас падает Юпитер в Козероге. У него есть Чандра, как у Учанатх. Чандра Учанатх. И у него есть Ничанатх, это, ну, соответственно, его, по сути, диспозитор. А, ну так тут тогда по-другому надо, кстати, формулировать. Нужно формулировать так, что диспозитор. Ну, то есть в оригинале правило так звучит, вот как я его слышал, что, ну, я немножко перефразирую, то есть учанатх находится в кендре от ничанатха. Но ничанатх, он же по-любому будет диспозитором, если я ничего не путаю тут. Ну да. Поэтому получается тоже опять все логично. Мистика развеяна. Потому что тогда получается, что у нас просто ничанатх. Ну ой, извиняюсь, у нас диспозитор. У нас диспозитор просто будет находиться в кендре от учанатха. Вот это правило уже как звучит, мне более нравится. Нормально оно звучит. То есть у нас. То есть у нас получается диспозитор находится в кендре от учанатха. Что в принципе, кстати, неплохо. Ну, то есть оно довольно. Ну, не такое уж хлипкое, не такая уж хлипкая отмена падения получается. Намного более хлипкая вот там находиться в кендре от лагны. Но это прям совсем, то есть лагна. Лагна это вопрос просто 40 минут иногда. Просто 50 минут прошло, лагна поменялась, все, отмена закончилась. От Луны уже получше, да? А в кендре от учанатха оно прям может довольно вообще стабильным быть.
Вот, то есть надо это представить, да? Например, Юпитер падает в Козероге, и диспозитор его Сатурн будет находиться в Кендре от Луны. Но в данном случае два фактора, да, совпадают. У нас и девятый пункт, как бы, ой, не девятый, а десятый, да, то есть диспозитор в Кендре от Луны. И Учанадх тоже получается. Вот. Ну, вы видите, то есть они такие очень такие технические схемы какие-то не выглядят слишком уж так надежно, да, как вот эти первые 8 пунктов, они прям. Ну, там могло быть и больше, наверное, пунктов, просто вот основные, как я говорил, ориентиры мы обозначили, в каком русле размышлять и видеть. А вот эти последние 4 пункта под звездочками, они, конечно, намного более. Даже если, ну, в общем-то, можно уловить принцип и понять надежность такой отмены, что вот в Кендре от Луны, например, или диспозитор в Кендре от Учанадха, или диспозитор в Кендре от Луны. Вот. Если в них еще можно почувствовать какую-то опору за счет того, что это как бы Кендра от важных вот этих точек, от Луны, или связь через Кендру с Учанадхом, то даже если можно почувствовать эту обоснованность этого правила, можно также и почувствовать, что, ну, его как бы сила, она, ну, какая-то третьего порядка, в отличие от вот этих правил, где вот буквально мы прям читаем и видим, что да, граха идет, соединяется с экзальтирующей силой, и, конечно, его это исправляет так или иначе. Ну и Навамша вообще отдельная история, там прям какие-то сценарии могут быть прочитаны и поняты. То вот эти, они больше технического характера отмены. Вот, тем не менее, тему вот мы разобрали. То есть это называется Нича-Бханга принцип. Такие комбинации называются Нича-Бханга-йога. Йога значит комбинация. Вот, на этом закончили. Есть ли у вас вопросы? Вот. Так, домашнее задание тогда такое должно быть. Вы должны взять свою карту и посмотреть, какие у вас в карте есть отмены падений в соответствии с этими принципами, которые мы разобрали. Может быть, заметите еще что-нибудь похожее. И можете предположить, будет там отмена, не будет. Если непонятно, переспросите. Если понятно, то отобразите на письме. Так что проверить свою карту на наличие Нича Бханга Йог. И помимо этого посмотреть еще какие-то карты, которые у вас есть, просто устно. Откройте карты знакомых, посмотрите, какие у них есть отмены падений. Поищите вот эти тонкие ходы и постарайтесь заметить, что вот раньше вы не наблюдали, не замечали этого. А сейчас, узнав это правило, вы действительно увидели, что ага, вот здесь отмена, и как бы какие-то коррективы, вот более лучше чувствовать карту научитесь таким образом. Если в вашей карте вообще никаких отмен нету, и вы хотите все-таки попробовать закрепить это на письме, то возьмите другую карту какого-нибудь другого человека и в ней разберите отмены. Вот, так что это Нича Бханга. Следующую тему нужно будет перечислить, соответственно, Уча Бхангу. Она как бы аналогичная будет, только наоборот. Но, тем не менее, там тоже какие-то пояснения, возможно, надо будет делать. Все, если задание понятно,
то выполняйте, присылайте и до свидания, до следующего раза.